Здравствуйте, дорогие друзья. Я вам сейчас отсняла на 5 минут видео. Это моменты, которые не вошли в основной фильм, с которым я сейчас работаю, делаю съемки по Лондону. Ну, в общем и целом, интересно будет посмотреть, как живет Лондон в выходной день. 10 утра. Вот мы на мосту Вестминстер. Потом по Саутбанку, по набережной Лондона, дойдем до моста Тысячелетия. И вот по дороге будет аквариум, Лондонское колесо. Кратко. Мост Вестминстер построен в 1862 году. Это старейший мост Лондона. Построен он в неоготическом стиле, что очень гармонично вписывается в архитектуру парламента. Вот сейчас перед вами лондонское колесо, которое называется «Лондонский глаз». Колесо обозрения построено к празднованию миллениума. Второе название этого аттракциона – «Колесо тысячелетия». Дизайн и конструкция такова, что там 32 кабинки, капсулы для пассажиров в форме яйца. Каждая капсула весит 10 тонн. Почему их 32? Потому что в Лондоне 32 района. В каждую кабинку можно вместить до 25 пассажиров. Колесо открыто 1 марта 2000 года. И это одна из самых популярных достопримечательностей Лондона. Вот перед вами аквариум. Лондонский аквариум. Сейчас там выставка, видите, Шрека. Стоит очередь, аттракцион Шрек. Сейчас вот мы проходим мимо Лондон Данжерон. Это, ой, как бы вам так сказать-то. Я ходила на этот аттракцион, когда он был, где мост Темза, а сейчас, вот последние пару лет его перенесли сюда. Это там внутри, вы будете, видите, как на картинке, да? Джек-потрошитель, там, как он трупы потрошил, камеры, наручники, пауки, темницы. Ну, как бы вот здесь, не знаю, я здесь не была, а вот где мост Тауэр, там, где я была, там жутковато. В подземелье мы спускались, и смешно было, да. Вот на такой ноге стоит колесо и держит всю вот эту мощнейшую конструкцию. Сейчас мы движемся по Саутбанку. Это набережная на южной стороне реки Темзы. Общая площадь 11 гектаров. Район весь отдан под искусство. Когда-то было заброшенное, нелюбимое народом место. Отдали когда искусству. Появились галереи, появились вот всякие карусели, уличные кафе. Обратите внимание, кстати, какая музыка поет, играет вот в этом аттракционе «Лошадка». Интернационал. Прислушайтесь. Здесь находится много театров, концертов, поэты, артисты стоят на гитарах, играют ребята, колонки выносят на улицу, кинотеатр, кафе. Ну, совершенно шикарная ночная тусовка теперь становится, и это она только начинает становиться. Говорят, что это будет вообще вау-место, да? В принципе, начало было положено британским фестивалем в 1951 году. Вот, пожалуйста, попрошайка лондонский. Просто лег посреди улицы, где массовая тусовка народа, иностранцев,
никто деньги не дает. Ну, во-первых, раскорячиться в такой позе надо иметь хорошее здоровье. Иди работай, называется, почему нет? Ну, так вкратце, вот издалека просто вид на небоскребы. Это как сравнение, да? Попрошаек Лондона, небоскребы. Никто их, кстати, не гоняет. Периодически полиция подходит, спрашивает насчет там регистрации. У них же есть там какие-то регистрации бездомных, что-то такое, я даже толком не знаю. Это район Сити. Вот до этого моста сейчас я пойду и на этом мосту просто закончим экскурсию, потому что дальше идет уже коллекционная съемка, пойдет для фильма. Я ее не буду сюда вытаскивать. Это я прохожу Тейт Модерн музей сзади меня. Впереди вот этот мост, это Миллениум мост, идет напрямую к Сан-Пол кафедралу. Вот Тейт музей с левой стороны. Ну и, собственно, вот на этом месте буду с вами прощаться. Увидимся. Пока.